Итак, здравствуйте, уважаемые телезрители мои любимые. Сегодня мы будем играть, как вы уже поняли, My Summer Car. Не обращайте внимания на лаги, это я сам не знаю почему. Так, сегодня мы будем собирать нашу любимую машину. Какую? Вот она. Блин, я, конечно, хочу вот прям на минимум поставить разрешение экрана, чтобы не лагало. Я его вот сел прям на минимум. Правда, показатель FPS очень часто мне врет, что их, что FPS 20. Вот, ну ничего страшного, будем так выживать теперь. Итак. Так, а что я хочу сделать? Я хочу сейчас врубить телефон. Это прям, на мое мнение, обязательно. Так, сейчас возьмем еще денег, которые там валяются где-то. Ох. Да не, сейчас нормально FPS работает. Да, нормально FPS работает. Ну, в общем, все нормально с FPS. Давайте возьмем подарок. Так. Оп, 556 денег у меня теперь есть. Я думаю, надо возвращаться будем. В общем-то, собирать машину нашу, будущую нашу машину. Вот. Блин, могу сюда зайти. Да, зашел. Итак, а что же мы имеем в гараже? Мы имеем в гараже разные запчасти. Ну это прям, как вы и разумеется. Итак. Для начала интересно, кстати. Так, еще интересно, давайте мы возьмем аккумулятор. Сразу возьмем аккумулятор, сразу его подзарядим. Так, я хочу начать с подвесочки. Давайте мы возьмем подвеску субфрейм. Так, и теперь. А, блин. Так, извиняюсь, я сейчас буду смотреть по гайдам. По гайду, вот. Фух. Так. Пока ключ на 10. Ключ на 10. Вот. Колесо мыши у меня медленно работает. Вот. Так. Где-то был. Вот он. Так, вот он высветился. Мы его закрутили вполне. Вот еще один. Твою мать. Ага. Сейчас мы. Бывший уж вроде бы где-то. Рядом он был где-то, этот, как его зовут? Ботик. Правда, его потерял, как всегда. Вот. Так, уже, я надеюсь, найдем его как-нибудь. Потому что мне это важно. Прям сразу поднимется самооценка, конечно. Конечно, в кавычках.
Если я его найду. А, я его до конца. Вот этот до конца закрутил. Так. Блин. О, блин, у меня есть логика. Блин, что это сейчас было? Так. Да я и тут потерял, я думал. А, вот он. То есть, сейчас мы его нашли. Вот тут. Так. Вот он. Такой злодей-британец. Вот. Так, теперь мы сейчас быстро заберем подвеску. Так. Так. Бумкнула. И нам нужно лезть вот сюда. Твою мать, что это? Это что-то так происходит. Так, ладно, пока что мы будем только. Твою мать. Вот тут. Вот. А, вот он, я его прислопачил уже. Итак, я просто погодь смотрю. Это я погодь смотрю, не надо меня. Ну да, не надо меня проклинать теперь за то, что я пока иду. Так, какой же? Так. Вроде бы. Ой, блин, надо подзарядить ноутбук. Вот. Отлично, это даже как-то посовершаю, как-то уже даже перестает лагать на небольшое количество. А, вот он, да, на 10. Ах, так. Обхерачили. То есть, тут мы тоже херачим отверточкой. Тут тоже херачим отверточкой. Присобачили вполне. Итак, теперь нам нужно взять вот эти вот штуковины. Вот они. Какое-то такое все это дело. Итак, кстати, нам надо сразу драмбрейк. Нам надо сразу его, я рекомендую вот так вот устанавливать, чтобы он не ухерачивался еще тогда, когда мы. Ладно, нет, это только когда мы собрали его. Итак. А, блин. Вот он. Я нечаянно выкинул то, что я пустил долбанный кул. Ой, вот что это сейчас со мной воюет, зато ну. Итак, идем, берем, бежим, спешим. Делать все это еще со второй стороной. Так, это мы идем, то есть сюда. Оп. Так, ключ на 12 или на 16, на 12, не знаю. Оп, попробуем. Вполне возможно, что нам надо. А вот. Херачим, прихерачили. И идем. Херачим.
Ой, блин. Херачим вот то-то. Так. Так я хотел на воду. Кстати, надо проверить, сколько этим факт мне. Я просто подумал, что там еще один есть. Да, там еще один есть. Так вот почему я пружину не могу установить там. Ну блин, я дебил. Так. Где-то же был. Я его потерял, один минус. Итак. Вот он. Так, отлично. Айфон пока. Берем пружину. Вот одна пружина, вот другая пружина. Вот. Сейчас мы. У меня различается, что на левой и правой, поэтому мы любое место устанавливаем. Вот, на вот эту емкость. И вот эту штуку. Вот. Да неужели у меня не отвалилась вот эта штука? Я просто раньше собирал подвеску, я мучился с тем, что у меня еще не отваливалась вот эта вот штука, когда я пружину устанавливал. Так, кажется, я не до конца все это докручивал. Бум, то есть мы... Бум, есть! Вах! Вах! Вах, в общем, вах. Так, берем. Они, наверное, тоже не различаются на левой и правой. Да, они не различаются. Они действительно никак не различаются, но, блин, спрашивать их надо. Так, ладно. Что, мы воюем? Сатана. Ах, сатана. Так. Сейчас было вот эта галочка. Я просто поспешим сейчас. Ладно. Так, хочу пока тогда установить сюда. Вот, возможно или невозможно? Трудно. Так, сейчас посмотрю, как надо их устанавливать, кстати. Так. Блин. Все, я понял, как надо. Все, я понял. Ну! Да неужели? Да неужели? Вот. Что-то там бомбит. Пускай бомбит. Пускай. Конечно, подвеска — это самая нелюбимая часть сборки машины. Лично для меня. Блин, надо еще попить, кстати. Будет, вот. Мало-мало, половин. Так. Тоже ключ на 12, в общем. Итак. Фух, выполнено. Так. Ага. Слушай внимательно. Так, теперь ключ на 6. Да, и ключ на 6. Дорогие, есть.
Так, мне надо будет подсорить телефон срочно. Ага. Блять. Суслики, суслики. Так. Бум. Есть. Ху, я силач. Да. Да. Так, кстати. Кстати, есть тут? Нет. Ага, то есть я вот тут сделал. Ага, я там сделаю. Итак. Нужно вот это вот теперь что-то. Штуковина. Теперь вот они теперь различаются на левой и правой. Они, то есть, наперед, наверное, переднюю часть. Так. Так хоть не думал, кто бибикает. Ладно, я извиняюсь, я пока подсорежу телефончик. Телефончик. О! Жесткая эта тема подсоряжать телефон. Жесткая. Сложно подзаряжать телефон. Итак. Фронт, left, left, вот. Сейчас извиняюсь, а я что-то пропустил? Нет, я ничего не пропустил. Вот, твою мать. Твою мать. Так. О! Машина меня перепугала. Скример машины. Ага. Так. Ладно. Да, ладно. Фронт. А, вот лево, вот. Блин, был ты лево, ты право. Ты больше всего напрягаешь мозги насчет того, куда надо его прикреплять. Так, порт на 12. Ой, блин. Порт на 12. Блин, я хочу вот взять и принести туда сразу, чтобы мы не мучились с этим. Штуковины. А, вот. Отлично. О! Так. Итак. А что мы делаем? А вот он. Фух. Твою мать, вот сюда. Твою мать, он пропадает. Вот. Так. Вот. Так, теперь. Сейчас мы найдем ту штуку, другую эту штуку. Вот эту штуку. Я тоже точно направо. Так, о блин, мне что-то вогнуло сейчас. Вот, я подумал, что это сейчас улетит. А, вот, вправо, блин. О, подвеска. Так. Подвесочка. А вот. Вах. Так, ключ на 10. На 10. Ай-яй-яй, я забыла, что он там.
чемодан. Так. Оп. И оп. И оп. Так, и оп. Давай, оп. Так, теперь... На 9. А, блин. Ага, вот. Блин, вот. Отлично. Вот. А, я не до конца еще. А, нет, это до конца, это не до конца. Так, вот. Так, сейчас. Сейчас. А. Нет, все нормально. Все нормально, теперь вот этот болт. Не. Раз, два, три. Вот мы с каждой стороны по три вроде бы. А, нет, я извиняюсь, я там вот ошибся с той штуковиной, которая там была. Итак. Фух. Так. Вот. Так. Ага, вот еще один. Вот, все. Вот, ну, думаю, пока что нам надо будет заканчивать со сборкой подвески. Вот. Сейчас мы сходим, сейчас мы сохранимся. Сейчас мы без проблем прям сохранимся. Сейчас на всякий случай включу свет. Вот. Так. Отлично. Так, извиняюсь, это нормально, что сейчас вылетело. Будем прощаться. Будем прощаться. В общем, до свидания. В следующий раз-то делаем подвеску прям обязательно.